У многих из нас часто возникает множество вопросов. Каким образом можно зарегистрировать брак? Что надо сделать, чтобы поменять фамилию? Как попробовать пройти экзамен на получение водительских прав? Как можно быстро получить паспорт? С помощью портала электронных услуг e.srs.kg вы сможете получить доступ к информации о государственных услугах и решить многие вопросы по регистрации, не выходя из дома или офиса, на расстоянии одного нажатия. Получение паспорта Кыргызской Республики, регистрация в органах ЗАГСа, регистрация иностранных граждан. Портал электронных услуг государственной регистрационной службы e.srs.kg. Услуги в режиме реального времени.